Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также сторонники Ютуба. Я Нептун, и это канал Нептун и GameStuff. Мы продолжаем проходить МДК-2 и смотрим на игру Макса. Это наш шестилапый друг, который пролетел на этот инопланетный корабль, на этой ракете, надрать задницу пришельцам. Итак, поехали. Так, крушим стены. Отлично. Вау. Турели. Ну, здесь нам теперь не нужна оптика, как при игре за Курта. Нам хватает наших магнумов. Да, кстати, это аккумулятор. Это таким образом здесь реализованы жизни. Потому что мы не живой персонаж, мы робот. И у нас жизни это наш заряд. Отлично. Тут у нас сонное царство. Что? Хрычет от твой зад, чувак. Смотрите, он протирает стекло. Твою мать. Что? Он пердит на стекло и потом протирает. Вот идиоты, а. Только в этой игре такое возможно. Привет, чувак. Не ожидал такой сюрприз увидеть поутру? Да. Ой, он улетел. Ну и хрен с ним. Поехали дальше. Так, у меня иногда проседает FPS, так что вы не обращайте на это внимания. В некоторых моментах игры сама игра не очень хорошо оптимизирована. Поэтому будем надеяться, что мы встретим такие места крайне редко. О, привет, братва! Как дела? Соскучились по песику? Какого хрена ты туда залез, придурок? Слазь давай! Отлично! Ты чё там пляшешь, а? Упс, упал! Ну туда и дорога тебе! Ух ты, дробовик! А чуть раньше мы нашли УЗИшку. У нас есть теперь полный боекомплект. Так. Осталось только расстрелять эти стволы. Отлично. Давайте возьмем. Отлично. Услышьте, УЗИшка и дробаш. Это круто. Так. Сразу говорю, дорогие друзья, напоминаю, точнее, что я хоть и проходил эту игру когда-то давно, я очень много лет в нее не играл, поэтому я могу где-то тупить, где-то не понимать, что происходит. Так, опа, опа. Так что вы не обращайте на это внимания. А если вдруг я реально где-то затуплю, ой, то я все это вырежу при монтаже. Это что-то вроде бомбы. То есть это поганая лягушка прыгает в нас и взрывается. Так. Опаки! Понеслась жара! Ну что, мазафака, Макс пришел вас покарать! Давайте, друзья, налетайте! Да, детка! Опять эти проклятые коконы! Вот их надо уничтожать в первую очередь! В очередь, сукины дети, в очередь! Твою мать! Как ты посмел? Твою мать, да откуда вы беретесь? А, вот откуда, сверху, да? Ловите, ловите мои патрончики. Ну что, все, да?
А, еще ты хотел? Держи подачу, держи добавки. Для вас не жалко. Вы же настоящие друзьяшки. Вы же подписывайтесь на каналчик, не так ли? Ловите, ловите. Ку-ку, ёпта, я здесь. Отлично. Вау. Ты еще и мне накидать умеешь. Ничего себе, прикольно. Все, да? Зачистили. Бинго. Так, давайте возьмем еще одну узишку в руки. Так, наверное, нужно взять. Как-то можно убрать, интересно, этот главный магнум. Ага, вот, все отлично. 4 узишки. Поехали дальше. А то эти чуваки инопланетные без нас явно заскучали. Опа! Макс пришел! Охренеть! Воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо! Они думали, что устроили мне сюрприз, да? Спрыгнув мне на голову. Но это я, мать вашу, устраиваю им сюрпризы. Опа, опа. Упадите, быстро все! Упали! С Максом шутки плохи. Так, а мы тем временем пробираемся все глубже и глубже в этот проклятый инопланетный корабль. Так, давайте сохранимся на всякий случай. Потому что в этой версии игры игрушечка имеет такую неприятную привычку зависать. Так, тихо. Вообще, само по себе, зависончики в играх, скажем, начало 2000-х годов, это было даже, можно сказать, нормой. Я когда играл, как бы, ну, зависла игра, там, завис комп, перезагрузил, это как бы нормально. То есть, это сейчас игры там вылизывают идеально, да, чтобы они не зависали, не глючили, все оптимизировано. А раньше это, на это никто не обращал внимания. Ну, зависла и зависла, перезагрузился, играешь дальше. А, бинго. Значит, здесь эти проклятые коконы. Так, давайте возьмем узишечку. Ты что там тасуешь? Упал быстро. Поганые самолетики. Охренеть, вас здесь скопилось, а? Умрите, поганые сополучи, умрите. Так, вот откуда они появляются, да? Еще здесь, наверное, одна есть. Так, ну, наверное, уже можно бежать дальше, да? Ага, отлично. Опаньки. Что это? Джетпак. Ух, помню эту штуку.
Так, наберем полный заряд джетпака. Так, у нас, значит, сотенка есть, отлично. Эта хрень позволяет не летать. Ну что, полетели? У-ху-ху-ху, прикольно. Так. Вот здесь, пока мы не захерачим все эти поганые турели, следующая дверь не откроется. Так, все, да? Ай-ай-ай-ай-ай. Отлично. У-ху-ху-ху-ху. Выбрались. Какого хрена? Так. Как-то я не очень удачно полетел. Мне вот нужно вот туда, чтобы взять заряд для моего джетпака. Как вы меня бесите, блин. Вот эти вот уроды сверху стреляют, еще и ржут. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давайте вернемся, возьмем... Упс. Возьмем еще немножко заряда. Так, полетели. Отлично. Так. Ну, сейчас я вам устрою смехопанораму, блин. Хер ли вы ржете? Ну что, не ожидали такого подарочка от Нептунчика? Умрите, умрите, поганый сволочь, умрите! Отлично. Отлично. Так. Куда бы взлететь? Давайте сюда. Давай, 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 твою мать! Так, где у нас там этот заряд? Ага, тут УЗИшка. Ну вот он, зарядик. Хотя, думаю, стоит подобрать все-таки и УЗИшку. Полезная вещь. В хозяйстве все пригодится. Так, и куда пойдем? У нас есть выбор. Что? Вопросик? Ух ты, магнум, прикольно. Окей. Ага. То есть у меня есть заряда ровно настолько, насколько я смогу пролететь одну пропасть. Надо выбрать, правая пропасть или левая пропасть. Ну давайте все-таки пойдем по сюжету, наверное. Хотя, наверное, я смогу и туда успеть. Но нет, не буду рисковать, побежали. Вау! Какие-то звуки такие подозрительные. Они мне совершенно не нравятся, так. Отлично. Дали полный боезапас. Это круто. Ушлепки.
Вау! Вот как я ненавижу этих здоровых увольней, да? Со своими самонаводящимися зарядами проклятущими. Никто не остановит Макса. Даже вы, поганые уроды. Эй, ты куда улетел? Вот он, привет. Открывайся, поганая дверь. Макс идет. Опаньки. Что это такое? Какое-то кресло. Смотрите, там кто-то сидит. Эй, бро, привет. Ух, там два типа. А нет, даже четыре. Окей, и что? Ладненько. Оставим вас пока на потом. Магнум. Так, ну допустим. Твою мать. Им весело, смотрите. Они наблюдают за мной, как будто смотрят футбол. Чего вы там ликуете, а? Вот взяли бы, да сами попрыгали. Это весело. Можно размять свои лапы. Ага. Эй, куда вы пропали? А, вот вы. А я уж по вам соскучился. Отлично, я уже вижу заряд для моего джетпака. Так, здесь такая хитрость. Ага, ага, видите? Нужно это все в полете делать. Полетели! Опа, 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 опа. Да, хардкорная игрушка, кстати. Ну вот вы уже примерно сложили представление, да? То есть, как раньше в это играли. Это не какой-то там рельсовый шутер, где за тебя все практически делают, ты только стреляешь. Здесь нужно думать и владеть определенной ловкостью рук, чтобы пройти то или иное место. Батареечка, круто. Так, что нас ждет здесь? О, здесь ждут турели, да? Окей. Турели мы накрываем. Отлично. Аккумулятор. Так, а что здесь? Шокирующая встреча. О боже, что это такое? Гарантийный срок истек, чувак. Вау, а что такое? А, это босс, да? Как его бить, я уже забыл. Вау. А, Макс пришел, твою мать. Расстегивай штаны и готовь ремень, я буду тебя наказывать. Так, давайте возьмем пушки. Ах, твою мать.
Есть. Уже что-то мы ему наносим какой-то ущерб. Это круто. Ибо нехер тут со мной шутить. Вау, 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 поганый опасный луч. Отлично. Есть. Доктор, Max here. Max? Oh, who's my little puppy whoppy dingy doggy? Oh, doctor, come on, unsecured line. Oh, yes, yes, of course, yes. report? Doggy. Mission complete. Deployment speed lacking. Must grease pelvis. Friction is distracting. Good job, boy. Смазку мне. Эй, воу, 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 воу. Now find Kurt. Это же наш старый знакомый. Sweet mother of kibble. Down, boy. Блять. Bad doggy. Какого хрена? What now? More interference? But I've no time to flush the atomics now. Fun must wait. Well, hello. How is it? Getting a little lonely. Well, yes, actually, I miss my doggy. Well, holy dooly, who the heck are you? Well, слишком много чести, чувак. That is your real name. Just you aliens wait until I get my janitor back. You can't stop us all, Doctor. My ship is 100% impenetrable. Что-то мне не нравится его смех. Breach on observation deck. Что? Intruder alert. Well, it's 99.9% penetrable. Oh, fudge. Alien infestation has begun, Doctor, and you have not completed your personal defense training. I will initiate an emergency session in the danger kitchen. Опасная кухня. You could have waited for me to walk over. Time is critical. Pick up the toaster and the loaf of bread on the counter. Итак, взяли тостики, хлеб и тостер. You have two inventories, one for each hand, left and right. Ну, здесь такое, типа, управление, как нам играть за доктора. Я думаю, это все пропустим мы. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Игру за доктора мы посмотрим в третьей части прохождения МДК. На этом я оставлю небольшую паузу в прохождении, нужно немножко передохнуть. Всем спасибо за просмотр, за внимание, подписывайтесь на мой каналчик, ставьте лайки и зовите друзей, потому что вместе веселее. Всем пока и до новых встреч.